يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и вновь продолжаем нашу тему, посвященную месяцу Рамазан, а то есть именно проповедь посланника Аллаха об месяце Рамазан. У нас снова в гостях уважаемый гость Ходжат Ислам Валь Муслимин Шейх Гурбан. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Валейкум ассалам, рахматуллах. Уважаемый Шейх Гурбан, мы на прошлой передаче говорили о особом внимании к сиротам, о особом внимании к родственным связям, как нужно в этот месяц поддерживать родственные связи. Возможно ли совместно продолжить нашу тему? Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. Вассалату вассаламу аля сайдил анбияи валь мурсалин, ва аля алихи тайибина тахирин аль маасумин. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَا آدَائِهِ مَجْمَعِينِ إِلَا قِيَوْمِ يَوْمِ الدِّينِ. Я приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и напомню те слова, которые мы обсуждали на последней нашей встрече. Его светлость, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит следующее. وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. Тот, кто окажет внимание, уделит внимание, окажет почет сироте в этот месяц, тому Всевышний в судный день окажет почет и внимание уделит в судный день, когда он встретится со своим Господом. وَمَنْ وَسَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَسَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ. И тот, кто будет поддерживать, установит родственные связи, укрепит, поддержит родственные связи в этот месяц, тому Всевышний в судный день окажет свою милость и милосердие. وَمَنْ قَتَى فِيهِ رَحْمَةٌ. И тот, кто разорвет родственные связи, прервет родственные связи, перестанет поддерживать родственные связи в этот месяц, قَتَى أَلَّهُ أَنْهُ رَحْمَةَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. Всевышний в судный день лишит его своей милости и милосердия. Как мы видим, в этот месяц, как человек будет относиться к рабам Аллаха, так и Аллах будет относиться к нему. То есть особое внимание уделяется в отношении рабов Аллаха. Да, мы видим, это очень часто видим. Например, говорится, то, как вы будете, насколько вы будете снисходительны к тем, кто ниже вас положением и зависим от вас, находится в вашем подчинении, также и Всевышний будет относиться к вам в судный день. Настолько, как вы будете относиться к своим родственникам, так же и Всевышний будет относиться к вам в судный день. Настолько, как вы будете относиться к сиротам и так далее. То есть мы видим, что от того, как человек обращается с другими, он должен ожидать такого же обращения со стороны Всевышнего. Аллах не просит того, кого не просил сам человек, например, за его проступок или угнетение по отношению к другому. Да, абсолютно верно. То есть если человек обидел, задел чем-то другого человека, он должен ждать подобного же отношения к себе со стороны Всевышнего. Но это, конечно же, когда человек обижает другого человека, это нечто такое абсолютно ничтожное. Но когда Всевышний лишает человека своей милости и милосердия, вот это очень серьезно. Большая потеря для самого человека. Да, абсолютно верно. Далее его светлость, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, касается молитвы, ритуальной молитвы. وَمَنْ تَتَبَّأَ فِيهِ بِسَلَاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ.
Тот, кто совершит в этом месяце, желательную молитву, кетаballahu lahu bara'atan minan nar. Всевышний избавит его от огня, от ада. То есть Всевышний предустановит, предопределит ему избавление и свободу от огня, от адского огня. Это что касается по поводу желательной молитвы. Здесь сказано «Вамен татаббаа фиихи бисалатин». То есть тот, кто совершит желательную молитву в этом месяце, тот будет избавлен от огня. Ну, во-первых, необходимо заметить, что молитва является важнейшим деянием в религии. Без молитвы не принимаются другие деяния. Абсолютно верно. То есть, во-первых, о том, что это важнейшее деяние, говорит то, что вы как раз упомянули. Если нету молитвы, то уже все остальные деяния тщетны. Отсутствие молитвы приводит человека к неверию. То есть не то, чтобы он становится неверным и, в общем-то, не считается мусульманином. Нет. То, что человек отказывается поклоняться Всевышнему, читать предустановленную в обязательном порядке заповедь Всевышним, то есть выполнять молитву, обязательную молитву, пятикратную молитву, тот в конечном итоге лишится какой-либо веры в Бога. Это вне всякого сомнения. То есть не может человек рассчитывать на то, что не считает он молитву, и при этом отказывается это делать, то есть проявляет ослушание, и при этом рассчитывать на то, что он останется до конца жизни хорошим человеком, верующим человеком и так далее. Это невозможно. Хотя он может быть на самом деле хорошим человеком. Изначально, конечно же. Изначально он может быть хорошим человеком и прекрасным человеком. Но эти деяния не будут приняты, как мы знаем. Но отказ от молитвы в конечном итоге приведет его в неверие. Mm-hmm. Да, то есть если человек не совершает молитву, то он не может рассчитывать на то, что будут приняты другие его благие деяния. Например, благотворительность. Человек совершает много благотворительности и рассчитывает на то, что эти деяния будут приняты Богом. Основа всего – молитва. Но здесь есть своя философия, свое значение и очень глубокая философия в молитве. Почему молитва является основой всех деяний? Почему без нее никакие деяния не принимаются? И почему все остальные деяния зависят именно от молитвы? От того, совершает ли обязательные молитвы человек или не совершает. Есть своя философия, потому что молитва является, в первую очередь, это обязательная пятикратная молитва. То, что предписано всем мусульманам 5 раз читать молитву ежедневно. Как мы знаем, например, если человек держит пост, то у него есть те условия, когда он может не держать пост. Например, если он путник, если он, например, болеет. Но мы знаем, что в молитве нет никаких исключений. Да, это важнейшее деяние, важнейшее. Почему? Потому что молитва является связью между человеком и Богом. И без этой связи вся жизнь человека, все его деяния тщетны, они не имеют никакой пользы для него, не несут для него никакого добра. Конечно, если они... Некоторые деяния могут наставить человека на веру, некоторые деяния могут наставить людей на благие деяния, другие благие деяния, например, на молитву, это другой вопрос, это другое дело. Но без молитвы, когда человек не совершает молитву, все остальные деяния не имеют смысла, потому что нет связи с абсолютным добром, нет связи с Создателем, нет связи с безграничной милостью и милосердием, с безграничным добром, коим является Всевышний. А без этой связи все остальные деяния, естественно, какую они могут иметь пользу? Что человек может получить, оторвав себя от Бога, лишив себя этой связи? Никакой пользы он, естественно, получить не может. Также мы видим в Коране, Аллах говорит, я создал людей и джиннов только для поклонения. То есть поклонение, в первую очередь, это является молитва. Да, это важнейший вид поклонения, именно молитва. С нее все начинается. Часто мы говорим, что есть деяния, которые превосходят молитву. Но дело в том, что они могут превосходить молитву, когда есть молитва, но здесь речь идет о важности молитвы, о том, что если нет молитвы, то они лишаются всей значимости.
Понимаете? Если есть молитва, то они имеют значимость. И могут иметь больше значимость, чем молитва, с точки зрения, что за них награда больше и так далее. Но речь о значимости. С точки зрения значимости они не могут превзойти, потому что они зависимы от молитвы, зависимы от того, будут ли молитвы человека приняты. Если они приняты, если они являются правильными, то и они, эти деяния, другие деяния могут приняты, в противном случае не будут приняты. Здесь я хочу указать на один очень важный момент. Иногда люди подходят, спрашивают, вопросы такие задают. Бывает часто такое, что вот говорят, что очень много работаем, работы много. Не успеваем совершать молитву. Нет, я другие вопросы чуть. Очень много работаем, в общем-то, пытаемся наладить свою жизнь с экономической точки зрения, но при этом, в общем-то, ничего не удается, так и остаемся без, и, в общем-то... Хотят узнать причину, почему они не могут наладить. Нет, хотят получить, есть ли какие-нибудь дуа, есть ли какие-нибудь способы, как увеличить риск, как увеличить доход, да, то есть как увеличить благосостояние улучшить. И всегда просят об этом, просят в данном случае какую-то молитву, есть ли какая-нибудь молитва, думают, если человек возьмет какую-то молитву, прочитает, то есть, ну, имеется в виду дуа какую-нибудь прочитает, и здесь его проблемы решатся. Ну, а мы коснулись, его светлость упомянул о желательных молитвах в этот месяц. Среди желательных молитв самое достойное, как мы прекрасно знаем, из преданий, и в том числе в аятах Корана об этом упомянуто, самая важнейшая желательная молитва является ночная молитва. И обращаясь к преданиям, мы видим, что ночная молитва, согласно преданиям, увеличивает благосостояние человека, улучшает его благосостояние, его риск увеличивает. И даже более того, от имама Садыка, алейхиссалату вассалам, имеется предание, что предание, согласно которому тот человек, который совершает, который говорит, что совершает ночную молитву, но при этом бедствует, этот человек говорит неправду, то есть он врет. Например, это предание от имама Садыка, алейхиссалату вассалам, дошло до нас в Саваб-уль-Амаль шейха Садука на 41 странице. Говорится, что «Джааху раджулун фашака илейхиль хаджата фаафрата фишикая». Передатчик говорит, что некий человек пришел к имаму Садыку, алейхиссалату вассалам, и стал ему жаловаться на свою нужду. Говорит, что он очень нуждающийся человек. «Фаафрата фишикая». И стал преувеличивать свою нужду. «Хатта када ан яшкуваль джуа». До того дошел, что начал жаловаться на голод, на то, что он голоден. «Факаля ля». И тогда имам Садыка, алейхиссалату вассалам, сказал ему: «Атусалли биллейль, читаешь ли ты ночную молитву?» «Каля наам». Тот ответил: «Да, читаю». И тогда его светлость قال الى اصحابه, обратился к своим ученикам, к своим сподвижникам, и сказал следующее. Имам Садыка, алейхиссалату вассалам, говорит следующее: كذب من زعم ان يصلي بالليل ويجوع بالنهار. То есть лжет тот человек, который считает, который полагает, что читает ночную молитву, но при этом бедствует днем он не может получить заработок, не может получить... То есть, как мы видим, невозможно, чтобы человек совершил ночную молитву. И абсолютно верно. И обратите голодным внимание, что говорит далее имам Садыка, алейхиссалам, подтверждение, то есть я хочу как раз то, что вы говорите. Его светлость говорит: «Инна Аллаха аззаваджалла замина бисалат лейль кутан нахар». То есть говорит, что Всевышний гарантировал достаток дня посредством ночной молитвы. То есть Всевышний гарантировал, что если человек будет читать ночную молитву, то днем он обеспечен, днем
он непременно найдет себе заработок. Конечно, здесь вспоминается анекдот один, как некий еврей очень долго молился Богу о том, чтобы выиграть в лотерею. Очень многие годы он долго-долго молился, и в конце концов, ну это анекдот, я всего лишь этот анекдот вспомнился. И ангел, обращаясь к Богу, говорят, что почему он так долго молится, а ты не отвечаешь на его молитвы. Бог говорит, ну пускай хотя бы билет лотерейный купит. То есть я хочу сказать, что если человек читает ночную молитву, это не значит, что он должен целыми днями лежать и не выполнять свои обязанности, и да, не искать конечно. Заработок. Человек должен, в конце концов, этот билет купить, чтобы получить это. То есть это нужно просит. Иметь в виду. Да. Потому что иногда человек бывает стремится, пытается заработать, у него ничего не получается. Да. Это, в этом случае, конечно же, ночная молитва играет поможет, очень большую роль. Уважаемый Гурбан, мы прервемся на небольшую паузу, после которой продолжим. Уважаемые телезрители, не отходите далеко от экранов, после небольшой паузы мы продолжим данную тему. Уважаемые телезрители, мы прерывались на небольшую паузу. Шейх Гурбан, мы говорили о том, насколько важна в этот месяц и в другие, конечно, месяца молитва ночная, как она помогает в благосостоянии для человека. Да, в данной проповеди его светлость говорит о желательных молитвах вообще, но здесь нужно уделять особое внимание ночной молитве. И нужно нам всем хотя бы в этот месяц читать ночную молитву, если мы в другое время года, другие месяцы не читаем ночную молитву, хотя бы в этот месяц нужно обязательно прочитать. В особенности россиянам, обратите внимание, россиянам это обязательно, мне кажется, потому что... Там ничего сложного нету. Потому что вся Россия, как мы прекрасно знаем, в этот месяц бодрствует всю ночь. Почему? Потому что расстояние между ифтаром и имсаком, то есть между разговением и началом поста, оно там... Буквально два часа. Несколько часов, да, то есть час, полтора часа, два часа, в некоторых местах больше, в некоторых частях меньше. И поэтому короткие ночи смысла очень. Засыпать, спать, и как большинство людей, но за исключением небольшого числа верующих, не видят смысла засыпать в это время, то есть бодрствует. И было бы на самом деле очень плохо, и было бы для всех нас неразумно используют это время для чего-то другого, кроме молитв и ночных. Так как мы знаем, что в это время никто не работает, все дома отдыхают. Да, все отдыхают, и, как мы уже сказали, и не спят, в общем-то, и проснуться не тяжело. Поэтому хотя бы в этот месяц нам всем нужно пользоваться этим временем, и хотя бы ночные молитвы именно в этот месяц читать. Я приведу несколько преданий по поводу ночной молитвы. Хотя его светлость говорит о желательных молитвах в этот месяц вообще, то есть говорит любой, кто прочтет желательную молитву в этот месяц, получит избавление от огня, от адского огня. Хотя вообще говорится о желательных молитвах, но я хочу чуть-чуть подчеркнуть значимость ночных молитв и указать на несколько особенностей ночной молитвы. Но я, возвращаясь к проповеди, хочу подчеркнуть кое-что. Мы в самом начале, когда начали разбирать эту проповедь, мы говорили о том, что этот месяц является поводом для Бога. То есть, другими словами, Всевышний в этот месяц ищет повод, за что бы зацепиться и наградить человека, ввести его в рай. И точно так же Всевышний в этот месяц ищет повод, за что бы человека избавить от огня. То есть все, что в этой проповеди говорится, говорится именно об этом. Именно поэтому мы в начале проповеди уделили
так много времени этому вопросу, вопросу касаемого повода, коим является этот месяц, так как вся остальная проповедь именно об этом и говорит. И когда его светлость в этой проповеди говорит «Вамен татаббаа фихи би салатин кетаббаллаху ляху бараатан минан нар», тот, кто прочтет хотя бы одну молитву, тот, кто будет читать в этот месяц желательную молитву, получит избавление от рая, от ада, здесь мы видим, что это всего лишь повод. Всевышний просто находит повод, за что бы избавить человека, верующего от... От скования. От ада, от скования. И так далее. И другие, в общем-то, пункты, которые мы до сих пор касались, все они говорили именно об этом. Именно о том, что Всевышний ищет повод, за что бы наградить, за что бы ввести его в рай. Он просто ищет повод. Это не то, чтобы мы заслужили, не то, чтобы мы что-то получаем воистину заслуженно за свои деяния, за свои усилия. Ничего подобного. Это всего лишь... Он дает нам всего лишь повод, говорит, прочти желательную молитву, я тебя избавлю от огня. На самом деле, повод очень легкий. Там наладить отношения, да, с родственниками, самый... помоги сиротам, соверши молитву. Да, очень причем за поводы. Все это человек сам получает награду. Как, например, да. Ночная молитва. Всевышний гарантировал посредством ночной молитвы, что он будет, он избавится от нищеты. Его благосостояние будет поправлено. Итак, если у нас еще есть время... Да, мы, у нас немного времени еще есть. Да, мы... Я приведу еще одно предание, хотя оно немножко длинное, но от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в книге «Аль-Махасин», 291 страница. Его светлость говорит следующее. «Кал Аллаху ма тахаббаба илайя абди бишейин ахаббу илайя мимма ифтарадтуха алейх». Он говорит, нету ни одного раба, который полюбился бы мне больше, чем тот, кто полюбится мне посредством того, что я сделал для него обязательным. То есть Всевышний в первую очередь любит тех людей, которые выполняют свои обязанности, обратите внимание. Обязанности. Это никогда не стоит забывать, это всегда нужно помнить. Мы видим некоторых людей, которые идут за желательными деяниями, забывая обязательно. Да, то есть это очень важно. Очень важно именно следить за тем, что ты обязан. И только потом уже можно хвататься за то, что желательно. Хотя, конечно же, если одно другому не мешает, это нужно обязательно соблюдать и желательно стараться соблюдать желательное. Но обязательно, обязанности человека, они важнее всего. Человек никогда не должен наплевательски относиться к своим обязанностям. И говоря об обязанностях, мы не просто говорим об обязанном посте, обязанной молитве пятикратной, ежедневной и так далее. Есть много вещей, которые не являются подобного рода ритуальными деяниями, но при этом являются обязанностями. Например, простой пример. У человека голодает сосед. Если он верующий, он не может закрывать на это глаза. Он не обязан помочь ему. Не может не помочь ему. И так далее. Или же обращение со своей, с членами своей семьи, отношение к ним и так далее, много других вещей. Иногда человек обязан просто сказать правду. Или же просто что-либо сказать обязан человек. Иногда должен подать просто голос. Как, например, в случае с имамом Хусейном, алейхиссалату вассалам, в Кербеле, когда он, обращаясь к своим сподвижникам, отпустил их, снял с них их клятву, их обязанности, сказал, что вы можете идти. Здесь просто нужно было сказать что-либо, слово в поддержку его светлости, как это сделали многие из подвижников. Некоторые из подвижников сказали так. То есть иногда человек обязан просто что-либо сказать, что-либо промолвить. Не обязательно что-то такое сложное, необычное, ничего подобного. Просто что-либо произнести или же просто... дать понять, что он с чем-то согласен, или просто дать понять, что он с чем-то не согласен, когда речь идет о угнетении и так далее. Один из столпов ислама, как мы знаем, это удержание от порицаемого и призыв к благому. Да, это тоже обязанность человека. Он должен призывать других к благому и ограждать, и пытаться оградить их от плохих деяний. Когда мы пытаться видим, помешать что... им совершить плохие деяния. Совершенно верно. То есть мы видим, что обязанности человека довольно-таки широкие, он должен быть внимательным. И
его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, передает слова Бога, что самый любимый ко мне — это тот, кто выполняет именно свои обязанности. وَإِنَّهُ لَيَتْحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ. И Всевышний также продолжает, что человек приближается ко мне посредством желательных молитв до тех пор, пока его не, я его не полюблю. Пока я его не полюблю. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. И когда я его полюблю, я стану его ушами, с помощью которых он слышит. وَبَسَرُهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ. И его глазами, с помощью которых он видит. وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنْتِقُ بِهِ. И его языком, с помощью которого он говорит. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. И его руками, с помощью которых он хватается, держится. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا. И его ногами, с помощью которых он ходит. إِذَا دَآنِي أَجَبْتُ. Когда он будет молиться, обращаться ко мне, когда он будет обращаться ко мне, я отвечу ему. وَإِذَا سَأَلَنِي أَتَيْتُهُ. И когда он будет просить меня о чем-либо, я буду отвечать положительно на его просьбу. وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَائِلُهُ كَتَرَدُّدِ فِي مَوْتِ مُؤْمِنٍ يَكْرَهُ الْمَوْتَ. И Всевышний говорит, я не сомневаюсь ни в чем, как сомневаюсь в том, чтобы отнять жизнь у верующего, который не хочет умирать. وَأَنَا أَكْرَهُ مَسْأَتَهُ. В то время как я не хочу, чтобы он страдал. То есть... Это все из-за того, что человек будет совершать свои обязанности, как мы видим. Да, вначале. Нет, здесь говорится о том, что я полюблю, когда я полюблю человека, я стану его ушами, глазами, языком. А полюбит по какой причине? А здесь две причины. Выполнение обязанностей и чтение желательных молитв. Угу. То есть, если человек будет выполнять свои обязанности, читать желательные молитвы, Всевышний полюбит его. И полюбив его, он станет его глазами, с помощью которых он будет видеть. То есть, человек будет видеть правду и будет видеть то, что не видят другие. Он будет слышать правду, слышать то, что не слышат другие, и говорить правду, то, что не говорят другие, не могут разъяснить другие. Будет его руками, будет его ногами. Будет слышать то, что не могут слышать другие. Да, то есть то, что мы видим, например, в случае с Али бин Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, который вырвал врата в Хайбаре, который потом 40 человек, по некоторым преданиям, не могли потом эти врата поднять. То есть он вырвал с петел врата, которые потом 40 человек не могли поднять. Просто сдвинуть с места не могли. Они настолько были тяжелые, эти врата, настолько большие. В некоторых преданиях говорится, что он ими защищался даже. Да, в некоторых преданиях говорится, что он использовал эти врата как щит для себя. Да. Именно об этом идет речь. И иногда... про непорочных, в частности, Али бин Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, передаются предания, которые подвергают сомнению, говорят, ну как он может? Например, имеется предание, мне недавно один знакомый отправлял, что вот имеется сомнение, некоторые люди сомневаются в этом предании. В этом предании говорилось о том, что его святость, он очень быстро мог читать священный Коран. То есть за несколько секунд он мог буквально, я, если не ошибаюсь, за несколько секунд или за секунду мог прочитать весь священный Коран. И при этом еще заниматься другими делами. И вопрос, как он мог это делать? Он же не Бог. Но подобные предания, кстати, это предание также имеется в Сахих Бухари. То есть как это предание, суннитское, так и шиитское. Да, это предание в Сахих Бухари, самые достоверные, самые авторитетные книги, суннитской книги. Там это же имеется. В этом предании говорится, что «Валисанаху ллади янтигуби», и он станет его языком. Когда Бог становится языком человека, он разве не может за секунду прочитать весь так священный Коран? Бог безграничен, у него безграничная сила, да, то есть Всевышний, Всевышний дарует ему возможности, силу, знание, видение, да, могущество совершенно безграничное. Таким образом, ставь его руками, ногами и так далее, его языком, его глазами, его ушами и так далее. Так что же здесь удивляться?
Спасибо большое, уважаемый шейх Курбан. На этом мы вынуждены с вами попрощаться, так как наша передача подошла к концу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассаламу ва рахматуллах. Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся до следующих передач. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التمر